Иммунитет означает желание жить. Желание жить означает оптимизм. Когда приходит вирус в организм, первое, что он делает, не нарушение дыхания, не повышение температуры тела. Он делает человека котлетой. Посмотрите, что он делает первое. Он делает... На улице поешь? Нет. Кушать хочешь? Нет. Телевизор хочешь? Нет. Что хочешь? Лежать. Все, готовься к земле. Ну, то есть вирус что делает? Он убирает силу воли человека, лишает его воли, лишает его возможности быть радостным. Означает радость, означает иммунитет. Надо взбодриться. Не надо хмурными ходить. Это означает снижение иммунитета сразу. Иммунитет означает желание жить. Желание жить означает радость. Нет радости, нет жизни. Ура! Что такое ура, товарищи? Означает желание жить. Почему люди, когда они идут к смерти, они бегут к смерти, мои дорогие друзья. Это не шутки, когда пули свистят. Это не шутки. Они бегут к смерти и кричат «Ура!». «Ра» — это солнце. А «У» — это звук, указывающий на энергию вверх. Они кричат «Радость! Жизнь!». Они бегут к смерти и кричат «Жизнь!». Вот так только человек может выжить в этом мире, потому что сейчас по-другому не выживешь. Смерть везде в виде этого вируса. И из них есть две категории. Одни хоть и кричат «Ура!», но очень внимательно смотрят, куда летит. И вовремя уворачиваются. А другие ходят все, снимают маски, и говорят: «Давай, заражай меня. Стреляй в мою комсомольскую грудь». Пожалуйста. Ну, то есть, внимательность никто не отменял, предохранение никто не отменял, но это не значит шугаться, как мыши жить в норах.